Много лет назад совсем юная девушка Елена Благиных пришла работать музыкальным руководителем в 61-й Магаданский детский сад. С тех пор прошло 38 лет, и Елена Львовна ни разу не пожалела о сделанном выборе. За многие годы работы ей удалось рассмотреть и вырастить не одно поколение талантливых музыкантов. Так, например, лауреат государственной премии, пианист Александр Пискайкин, был именно ее воспитанником. По словам Елены Благиных, именно любовь к профессии и детям помогает ей преодолевать любые сложности. Но когда приходишь на работу, и когда к тебе приходят вот такие малыши на занятия, и несмышленные глазки на тебя смотрят, и ждут что-то от тебя интересного, что-то нового, поэтому, конечно, все печали, все горести и все какие-то неприятности сразу забываешь, когда видишь этих малышей». За преданность профессиональному делу Елена Благиных была удостоена звания «Почетный работник образования города Магадана». Высокую награду ей и ее коллеге Лии Таран вручил мэр Юрий Гришан в стенах родного 61-го детского сада. Почетное звание получили и два педагога детского сада номер 7. Им были удостоены Галина Задорина и Елена Марку. Глава Магадана поблагодарил дошкольных работников за их самоотверженный труд и отметил, что благодаря их работе в Магадане вырастают замечательные люди.